пропагандировать идентичность казахских женщин, занимающих видное место в истории страны, долг молодого поколения. Так, в городе Кунаев прошел республиканский форум на тему «Облик наших матерей, имя которых осталось в истории казахского общества». В мероприятии, организованном представителями духовенства, приняли участие порядка 180 девушек. В ходе выступления спикеры затронули тему реалий жизни казахских женщин. Было сказано также о этапах становления психологической культуры. Отметим, что сейчас по республике в секторе Аяль-Кыздар работает более 400 педагогов, около 80 из них представители Алма-Атинской области. Цель организации республиканского форума – не потерять ту самобытность, которой пронизаны традиции и обычаи нашего народа. Поэтому большая часть граждан, выступивших на форуме, затронула вопросы традиций и религии, а также воспитания женщин. Они с годами становятся все более вовлеченными в дела общества. Поэтому для них этот форум имеет большое значение в воспитательном плане. Выступившие на форуме докладчики обсудили такие вопросы, как доброта в социуме, как избежать потери нравственных качеств, роль женщины в семье. Кроме того, участники обменялись мнениями. Становление современной казахской или казахстанской женщины активно стало формироваться уже с середины 20 века. Начиная с этого периода, она получает право учиться в университете, право на выбор профессии во всех отраслях, включая области науки и техники, математики и естественных наук.